Актеры из северной столицы России выступят на иркутской сцене. В областной центр с гастролями прибыл Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей. Помимо реквизита и целого гардероба, с собой служители Мелипомены привезли в Иркутск и 5 спектаклей. Маленькие зрители увидят «Белоснежку и семь гномов» и «Волшебника изумрудного города». Взрослым же питерские артисты покажут классические постановки по Чехову и Островскому. Ну и в дополнение к вышеперечисленному, иркутян ждет спектакль по пьесе современного английского драматурга Уилли Рассела «Воспитание Риты». За основу сюжета автор взял известную комедию Бернарда Шоу «Пигмалион» и перенес действие в наши дни. Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей – один из старейших коллективов России. Увидеть его спектакли в Иркутске стало возможным благодаря федеральной программе «Большие гастроли». В ее рамках столичные театры посещают регионы с полноценными декорациями, костюмами и большим актерским составом.